С вами Мак Чародей Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в игру, решенную всякого смысла. Хотя нет, смысл же есть. Разносить все вокруг. И мы стартуем. В этой игре у нас есть кувалда и все. И мы просто все разбиваем. Смотрите, как все отлетает. Оп, оп. О, мы вошли в какую-то комнату. Тут есть какие-то четенькие скульптуры. Ага. Так, разбиваем тут. Разбиваем, все бьем, нам вообще без разницы. Просто мы берем и все бьем. Чувак, который создавал игру, наверное, он просто хотел все отфигачить. Но просто это все дорого, понимаете? Отфигачить целый дом, это очень все дорого. Как будто этот чувак указывает мне на стену, типа, смотри, что ты сделал. Охренел ты, что ли? У него какое-то треугольное было лицо, и у этого чувака какое-то треугольное немного лицо. А он такой... Смотри, смотри, какая говняная картина. Какая-то странная масонская картина. Надо ей добавить немного эпичности. И сделать из нее более мощное художество. Вот так. Оу, машина какая-то есть. Оу. Оу, я ее ж не фигачил, подождите. Я ее не разбивал. Почему? Почему так произошло? Надо проверить. Надо посмотреть. Странно, почему эта машина проехала и сама разломалась? Оу. Это машина, наверное, Лада, потому что я даже не успел до нее дойти, как она уже развалилась. Давайте пройдем дальше, посмотрим. Эти колонны, которые держат небеса. Оу, колонна, что ты делаешь? Даем по колонне. А, они неубиваемые колонны, что ли? Вот это, конечно, поворот. Пробиваем себе выход. А что, если отбить все колонны? Что будет? Так. Это чувак, ну дурак, что ли, а? Ты глупый или что-то? Так. Я вот думаю, что будет, если нам пробить полу дырку? Я могу херануть по полу? Я падаю? Оу! Вау! Куда я упал? Я опять в этот же дом упал? Давайте еще раз сделаем... Сделаем дырку, короче. И мы попадаем прямо на крышу здания. Да, конечно, нетривиальная игра, я бы сказал. Мега захватывающий сюжет, когда вы просто все бьете. А если вот вообще разбить весь дом? И что, мы будем вечно падать, что ли? Во, смотрите. Мы просто зависли в какой-то дыре, и мы все время падаем. Day two. Все, блин, хватит. Ой, а как нам теперь выбраться отсюда? Как нам теперь выбраться отсюда? Опс, как нам... Оу. Мы выбрались с этой просто нереальной обстановочки. Оу, смотрите, чашка, которая зависла в небе. О боже, о боже. Но мы все это исправим. Вот так тебе. Тут какие-то запасы алкоголя. Но вы знаете, что алкоголь это вредно. Поэтому мы тоже его разобьем. Оп. Раз бутылка. Два бутылка. Книги. Ну, книги хорошо читать, да? Книги хорошо читать. Смотрите, даже если тут все разбить, они все равно останутся стоять, да? Это четко. Игра, конечно, очень и очень бессмысленная, но если вы очень злой и вы хотите кому-нибудь врезать или что-нибудь разбить, то лучше, конечно, поиграть в эту игру. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд. Сверху это геймвлог, это игры снизу, это мэджиклог, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!